Космическая армия, меня зовут с вами Виджевери. Я играю в Кеншин. Икузо, Покабокабини! Икини, Джунгесо, Сейстуда! И продолжаю проходить ивент с плесенниками. А прежде тут надо поговорить с одним челом. Вот, с ним. Что это вы тут делаете? Наверное, у вас уйма свободного времени, раз вы забрались в такую даль. Видимо, участие в турнире для вас что-то вроде развлечения. Как здорово. А, мы знакомы? Что-то Паймон подзабыла. А что ты здесь делаешь? Мне задание. Простите, но детали раскрыть не могу. Вообще, это подчиненный Сайна, насколько я смогла узнать. До встречи. Удачи на турнире. Верю в вас. И он тут кого-то караулил. Но кого я уже не смогла увидеть, потому что, видимо, я что-то пропустила. Сейчас мы должны сразиться с Харди 2 Клинка. Отставной наемник пустынников, который получил такое прозвище за свое мастерское владение двумя саблями. Он служил защитником караванов, побывал в многих опасных районах и повидал множество диких существ. В общем, мы будем сражаться с ним, и, возможно, это тоже будет очень простой бой. Но все равно надо подобрать кого-нибудь. Так, ну вот, давайте вот попробуем взять вот этих ребят ради интереса. Ничего себе, невежественные свиньи! Мы изменим точку зрения Хани. И тебе на поддадим. Мудана мусоу. Нанджакна мононадо. Ханья сама то тайсен сыру шикаку ва най. Омаэра ва коко де дацрак сыру нода. Капец он, конечно. Ну ничего, сейчас мы ему на поддаем и будет знать свое место. Вот, бейте вот этого вот. Шоумен топпа да. У него вроде хилеров нет. Ой. Какая же ожесточенная битва. Кошмар какой. И, конечно, с одной стороны, не совсем правильно устраивать такие бои. Как между плесенниками, так и между покемонами. Как и вообще там в неволе держать разных зверей диких. Но раз уж тут имеется такая возможность, то приходится ее использовать. На самом деле, конечно, плесенники не погибают в таких битвах. Иначе бы это вообще было очень жестоко. Давайте. Немножечко осталось. Это все. Бакана. Ариенай. Масака. Кунлен га юрусугита нока. Ну да, а чё тут радоваться? Он с самого начала нас оскорбил. А это неприятно вообще-то.
旅人、パイモン、私、勝ったよ。ほら、マラディアス。よかったな、レイラ。参戦の目標を無事に達成じゃないか。Поздравляю тебя。あなたたちも、あの連戦連勝の鉄骨相当を倒したって。でも、なんだか嬉しくなさそうだね。なんというか、相手が薄情なやつでさ、おかしいことばかり言うんだ。Рассказывайте Лайле все подробности。そうだったんだ。なんだかちょっとかわいそうなテイマーだね。Жаль？ うん。だってその人はハニアさんのことを知らずに、朦朧とした印象で彼女を推測し、真似してたんでしょ。ハニアさんがこのことを知れば、きっと同じように悩むと思う。それにそのテイマーは、厳しい考えで自分が損をしただけじゃないでしょ。他の選手の精神まで影響を与えてしまったんだから。Я же говорю, это покемоны. О, у тебя の考え方ってすごくいいよな。みんながお前と同じなら、大会はもっと和んでて楽しい雰囲気だっただろうに。私の目標がそこまで高くないからってだけかも。天天ヨーヨー獣を連れ帰って一緒に暮らせるなら、私は満足なの。さて、次は私たちの勝負だね。勝敗なんてどうでもいいから、友好的に楽しくバトルしよう。友達同士の磨き合いだと思ってくれればいいから。Хорошо, договорились。 よし、てんてんヨーヨー獣とポコポコビーニー、どっちがすごいか見ものだぜ。勝った方は負けた方におごりだぞ。楽しそうな約束じゃが、わらわは何か重要な会話を見逃したかの。ミカ、やっと会えたぞ。この間は何も言わずに去ったから、オイラたちはまだ手がか、古墳、相談したいことがあるんだ。わらわも悩んでおったぞ。遊び気分で参戦したはよいが、準決勝まで入ってしもうた。仕方なく時間を作って僧家たちの取材に付き合っておったんじゃ。何時らについては心配せずとも、きっと仲の良い対戦ができよう。こっちは少し真面目に対応せねばの。何せ相手はその変質的なやつじゃから。確かに。まさか八重お姉さんがハニヤさんと対戦することになるなんて。ポジティブに考えようぜ。もしかしたらミコがハニヤを倒してくれる可能性もあるよな。そしたら直接ハニヤを説得はできなくなるけど、ミコがここで負けるのも嫌だからな。На самом деле не хочется мне с Лайлой сражаться. Вот это, ну, неправильно, что ли. Какой позор. Невежественная свинья собственной персоной, ага. И невежественная Паймана в довесок. Хватит, хотите, чтоб я вышел из себя? Ладно, ладно, признаю поражение и прошу прощения за свои слова. Виноват. Теперь издевайтесь надо мной сколько хотите. Однако госпожа Хания все-таки может взять над вами верх. Я тут буду уже ни при чем, но ее победа докажет, что я был прав. Почему ты так веришь Ханию? Неужели она когда-то помогала тебе? Может, жизнь тебе спасла? Нет, это другой чувак. Это долгая история. Однажды несколько похитителей сокровищ каким-то образом здорово разозлили целый караван вьючных яков. Задумка была в том, что разъяренные вьючные яки напугают охрану, а похитители сокровищ воспользуются суматохой, чтобы ограбить караван. Но уважаемая Хания заметила, что яки ведут себя странно, и успокоила их, тем самым предотвратив большую беду. Неужели ты отвечал за охрану того каравана? Хания помогла сберечь товары твоих нанимателей, а заодно уберегла твою мору, а может, даже и жизнь. Что-то она всем помогает, какая-то супер Хания.
Нет, я просто проходил мимо. Я ничего не понимаю. А при чем тогда вообще Ханя и... Мой многолетний опыт наемника подсказывает, что если бы я оказался впутан в эту историю, без жертв не обошлось бы. Ханя обращается с животными куда более умело, чем я с оружием, а потому я вложил клинки в ножны и покинул ряды пустынников и начал постигать искусство приручения зверей. Теперь-то вы понимаете, Ханя показала мне другой путь, открыла передо мной новое будущее. Она мой учитель. Понимаю. Все это звучит немного странно. Но твои слова не лишены смысла. Он вообще странный. В общем, оставляю тебя твоему позору. Ты, уходи. Мне тоже нечего тебе сказать. Фу, как... Иза! Шаны! Ладно, давайте займемся полуфиналом. Лайла — темная лошадка этого турнира. В смысле темная лошадка? Доподлинно известно только то, что она учится в Дашане Ротавахисты и, похоже, является отличницей и пользуется уважением других студентов. Козырь Лайлы — очень проворный плесенник круче зверь. Ну, в принципе, я думаю, мы ее одолеем. Почему бы нет? Хотя у нее тоже хилер вон есть. Давайте вот возьмем пира, ребят, как обычно. И вот это вот. Можно сказать, беспроигрышная команда, да? Так, ну и пообщаемся с Лайлой. Я надеюсь, что никто сильно не пострадает в этой битве, и мы останемся друзьями. Так, ну и смотрим, что у нас получится из этого. Что-то как-то вообще легко получается, или мне кажется? Тайте, тентен йо-йо-жи. Мада шоуки ва ар-йо. По-моему, мне не кажется. Тентен йо-йо-жи. Ано ваза. Тацумаки о цукао. Ну все, нету больше круче зверя. Ушел в инвиз. И ну это точно прям лютая отсылка на покемонов. Но ты и накамадачи мо имамаде де ичибан йокатта йо. Тентен йо-йо-жи. 私、嬉しいよ。本当に満足。какая она милая。あなたたちも、ありがとう。私と天天ヨーヨー獣のバトルは、完璧な終わりを迎えた。もしあなた以外の人に倒されてたら、ちょっと悔いが残っちゃってたかもね。ミラシキ。レイラと天天ヨーヨー獣も強かったぞ。もうちょっとで圧倒されるとこだったぜ。勝敗なんか気にせず、キノコンたちの才能を思いっきり発揮させて対戦する。この感じ、最高に気持ちよかったな。え、для этого и нужны такие состязания。そうだな。他の対戦でも、今みたいに他のことなんか気にせず済んだらよかったのにな。さて、ミコはまだハニヤーと戦ってるんだよな。オイラすごく心配だ。早く様子を見に行こうぜ。Мы ожидаемо победили. Но по факту победила дружба.
Блин, теперь я хочу себе собственного плесенника. あれ、対戦がもう終わったのか？この重い空気、ミコが勝ったか！おや、何時らの対戦も終わったか。結構時間がかかったところを見ると接戦じゃったんじゃろ。ひひ、その気楽そうな口ぶりじゃきっと楽勝だったんだな。うむ、確かに何の懸念もない対戦じゃったぞ。わらわと百来者らはたったいくつかの技でハニヤーに負けたのじゃ。ちぼー、ты проиграла。え？その散漫な態度、私をからかってるのか？滅相もないぞハニヤ。何せ何時の意志は非常に強い。ある種を破滅させようとするほどじゃ。何時のような相手をからかうわけにはいかぬの。じゃがこの道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時、その執念はどうなるじゃろうな。楽しみにしておるぞ。余計なお世話。кажется, она обиделась. ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤさんだったってこと。それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ、百来者らが炎一を傷つけてしまっての、ハニヤは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただ、あやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて、意外に脆いもんじゃった。в смысле? обманывает себя? Что ты имеешь в виду? もしかしてハニヤは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか？実はあいつも炎一のことを心配してて、ミコの前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ？あやつは今きっと疑念の最中じゃろ。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えは何時ら三人にかかっておる。あやつの行く場所を何時らは知っておるはずじゃ。Мы знаем. А неужели... 私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたら、ハニヤの顔色が悪くなったのは、レイラがキノコンを日常生活に連れ戻り、重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感、当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。ハニヤとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤを助けたい気持ちはわかるが、あやつは何時が対処できるタイプの人間ではない。ここはわっぱたちに任せるのがよい。確かに、私がいらないことを言ってハニヤさんを刺激したら、かえって悪いことになるかも。それに、体力不足で速さについていけずに、半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬか、わっぱ。ну... а, точно. мы нашли это. ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも何時に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた何時らにわらわの見解を話すとしよう。
Спасибо. Так, где мы там встретились-то? А, мы тогда плесенников искали. Ну ладно. Где же Хания прячется? И зачем она здесь? И почему именно здесь? Разве нет какого-то другого места? Хания ва коно чикаку ни иру хазу да ё на. Хоноо 1 ва ицумо яцу на ато ни кутцуйтеру кара. Хоноо 1 га ми ни матоу генсо но консеки де Хания ва мицукерареру хазу да зо. とにかく元素四角で周りの状況を見てみようぜ。 так как держание. Ага. Где-то тут. オイラたち、炎を1の痕跡をたどって、ここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。え？待てよ。お前、炎を1を慰めてるのか？皮肉よね。炎を1がキノコンじゃなくて、普通の動物だったらよかったのに。さあ、次会う時は消せんよ。 Мы хотим избавить тебя от предрассудков, понимаешь?その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。君たちは確かに単純で善良ね。だけど、物事を理想的に考えがち。私が言ったところで、君たちは理解できないと思うから、これを見てちょうだい。これは。 Торговый журнал номер 39. Десятый день после атаки. Слава архонтам, что неподалеку оказалась группа фермеров. Видимо, они тоже наткнулись на этих агрессивных плесенников и решили на время разбить лагерь. Благодаря доброте фермеров, у которых оказалось множество провизии и лекарственных трав, удалось спасти большую часть людей. Однако не все наши смогли продержаться. Плесенников вокруг становится все больше, и успокаиваться они не собираются. Мы не можем покинуть это место, пока все они не уйдут, если это вообще когда-нибудь случится. Похоже, застряли мы здесь надолго. 42-й день после атаки. Кто бы мог подумать, что однажды я попаду в ловушку к плесенникам и застряну здесь так надолго. Надежда на спасение тает прямо на глазах. Рабиб хотел было взять свой топор и попытаться дать плесенникам отпор. Однако остальные фермеры остановили его. Ясно как день, что без лидера на выживание у нас нет ни малейшего шанса. В нынешних обстоятельствах даже самый спокойный и сдержанный среди нас человек вышел из себя. Можно только представить, что переживают души остальные. Должно быть, они уже изнывают от отчаяния. Собранных неподалеку персиков, зайтун и провизии фермеров хватит только на несколько недель. По распоряжению фермеров мы начали выбирать подходящие для посева семена. Может, хоть так у нас получится выжить. Помимо этого, нужно расширить лагерь. Лучше ориентироваться на долгосрочные перспективы и попытаться превратить это место в небольшую деревеньку. Деревенька жертв плесенников. Так вот и рождаются поселения. Надеюсь, мы сумеем не помереть с голоду к урожаю. これは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け、多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は私が子供の頃からそれを繰り返して読み、 キノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。 Мы действительно ничего не знали о твоем прошлом, прости нас. そうだぞ。こんな過去があるなら、なおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。H法事は
人とキノコンの共存を可能にするんだから。英知宝珠がキノコンを穏やかにさせるなんて、そんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて、似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局全員失敗して逃げたわ。今の英知宝珠だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに宝珠の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり、周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を持たない者が宝珠を使うとすぐに具合が悪くなってしまうわ。あのマルネーシオシチヒ、まさか最近のレイラの咳も英知宝珠のせいなのか。言わなくたってわかるはずよ。カウドリアは学術に夢中な気狂いで、自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し、人々のキノコンに対する警戒心を緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。ハニー、このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎一もね。ニエ、ニナーダ。私の過去とさよならするの。ジュストか。Мы не можем этого допустить. ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤを倒す一択しかなくなったな。Ну, по крайней мере, мы узнали ее истинные мысли и получили ее дневник. Теперь понятно, почему она так не любит плесенников. Но теперь нам надо как-то ее переубедить. Вопрос в том, как мы это сделаем, учитывая, какая она упертая. Хания は前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだから、もう一度読んでみようぜ。Седьмой день начала расследования. Видимо, ученые собираются использовать какую-то ловушку, чтобы взять под контроль обезумевших плесенников. Кодовое имя этого агрегата — какой-то непонятный набор слов, но, судя по содержанию заметок, утверждено самой Академией. Кроме того, они планируют использовать некое осушающее зелье. Оно должно помочь подавить активность плесенников, так как будет легче контролировать. К этому зелью тоже идут какие-то сложные примечания и официальные утверждения от Академии. В общем, напишу, что есть. Далее страницы начинают пестреть сложными терминами и пояснениями. Нетрудно догадаться, что автор написанного скопировал записи ученого слово в слово, да еще и делал это при плохом освещении. 13-й день начала расследования. Снова неудача. Когда мы вернулись в деревню, двое тяжело раненых наемников потребовали немедленно отступить. Перед сном мне удалось расслышать, как главный ученый спорил с подчиненными. Один из них пытался убедить своего начальника отказаться от осушающего зелья, ведь с самого начала они неправильно поняли принцип его действия. Результаты при использовании могли оказаться полностью противоположными и даже привести к смертям. Другой подчиненный же осыпал первого проклятиями. Судя по их спорам, кто-то допустил серьезную ошибку. Они явились, чтобы наконец устранить эту страшную проблему. Однако теперь, столкнувшись с трудностями, хотят все бросить и сбежать. Меня терзает очень плохое предчувствие. Но сперва нужно проверить свою теорию. Это... Ханья-но-сензо-га-атсумета... この部分は難しいな。字が汚いし、専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。
見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ、ドリーからもらった資料にあったぞ。あ、давай служим два источника информации。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。Расшифрованное содержимое. Содержимое, составленное благодаря расшифровке улик. Предоставленные Дори остатки некоего аппарата и документы содержат ту же одобрительную аккредитацию, что и упомянутая в заметках ловушка. Очевидно, что для Академии эти устройства технически идентичны. Рецепт цветочного агара содержит в себе те же основные ингредиенты, имеет те же эффекты воздействия, что и осушающее зелье, которым пишет автор. Единственное отличие – количество некоторых активных ингредиентов для цветочного агара намного ниже, чем в осушающем зелье. Помимо этого, в цветочный агар добавляются защитные ингредиенты и так называемые стабилизаторы. На данный момент можно вывести общее умозаключение. Остатки устройства, которое пытался уничтожить организатор турнира укротителей Кубок Лотоса Нилотпала, использовали технологические достижения, упомянутые в заметках ловушки. Цветочный агар же можно рассматривать как улучшенную версию осушающего зелья с повышенной безопасностью. Оно временно повышает активность плесенников и позволяет им получать особые способности. То есть ловушку усмиряет плесенников, а осушающее зелье раздражает плесенников. そのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーは枯れポーションの進化版で、英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな。Оно усоцки мэ! Вот ведь шарлатан! Дэмо, Каутория ва нанно тамени коре ходо Эйчи Ходжу но сэнден ни чикара о илетерунда? Возможно, он хотел закончить эксперимент предшественников, чтобы тем самым доказать свою значимость. Логично, не правда ли? Соре нара, хаяку Эльхинген ни Каутория но яцу ни шикин энджо о шича даме да тэ цитаэ найто! Ханиа ни канште ва 当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。ちょっと待ってよ。куда ты пошел? 心配するな、ポコポコビーニ。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。あれ、オイラの言うこと分かるようになってないか。お前ますます賢くなったな。постой, Пайман. Жемчужина мудрости деактивирована. え、いつからだ。全然気づかなかったぞ。ってことは今のポコポコビーニーは本当にオイラたちと共存できてるってことか。 Наверное, время, проведенное с нами, повлияло на него. だから言ったじゃないか。オイラはハニアのキノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコンの中にはいいキノコンもいる。ポコポコビーニーみたいに人の感情がわかるキノコンだっているんだぞ。まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。英知宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限りキノコンの仲間はずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからもポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに、なんとかならないのか。лучше сейчас держаться на расстоянии от них. Потом мы подумаем, как улучшить жемчужину. 残念だけど、
今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか。Мы не знаем о настоящей силе Каутилии, так что пока не стоит ворошить осиное гнездо. 確かに。これほどの大イベントをやるからには、きっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたら、あいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく、決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニヤを倒して、意地を張らないようにさせるんだ。それからエルヒンゲンを説得して、一緒にカウトリアの計画を暴く。У меня слов нет, если честно. Такие различные махинации. И за этим всем, видимо, стоят вот эти вот ученые. Ой, капец. Ладно, надо вернуться обратно. Вы вот-вот должны встретиться на арене с госпожой Ханией. И что? Нам тоже непросто от того, что происходит с Ханией. Так что выбирай слова, а не то. Нет, у меня нет никакого права выносить оценки. Просто я видел сражение Хании с госпожой Яэ. Госпожа Хания как будто дрогнула. Я впервые видел ее такой. Пайман давно хотела тебе это сказать. Ты думал, что Хания титан с каменным сердцем? Ты даже пары слов с ней не перекинулся и совсем ее не знаешь. Так как если Пайман судит только по твоей внешности и совсем тебя не знает, скажет, что ты когда-то был глупцом, который напился, взял в зубы грибной шашлычок, танцевал вокруг костра с саплями в руках, а потом запутался в собственных ногах и упал в самую грязь. А теперь представь, что Пайман начнет всем рассказывать эту историю. Ну как? Наверное, ты разозлишься, узнав о таком. Серебряный спутник, как ты угадала? Да неужели? Однако в твоих словах есть смысл. Я правда не знаю, что Хания за человек. Наверное, я только добавил ей ненужных проблем. Я был неправ. Я не должен был о ней говорить. Позвольте снова принести вам свои извинения. Ты запугала этого мордоворота. Да ладно, ты преувеличиваешь. Пайман научилась этому у Мика и Лайлы. Ладно, хорошо, что ты осознал свою ошибку. Больше так не делай. Ай, капец. Ладно, пока. Прощайте, мне нужно как следует все обдумать. Так, а ты что-нибудь новое скажешь? Нет? Надо же, эта укротительница прошла в полуфинал. Она отлично ладит с плесенниками, но при этом не имеет никакого отношения к Амурте. Легендарная студентка, да. Обычным умом такого не понять. Легендарная студентка? О, это же знаменитый золотой метеор и серебряный спутник. Вы ведь только что сами с ней сражались в товарищеском поединке. Ты говоришь о Лайле? Значит, это прозвище Лайлы нельзя ли пояснить? Получается, вы тоже ее плохо знаете, а я и подавно. Просто до меня доходили кое-какие слухи. Говорят, что эта студентка глубокой ночи появляется в самых разных местах и наблюдает за звездами. Она способна быстро перемещаться между разными пунктами наблюдения и с легкостью преодолевать большие расстояния. Как это странно. Должна быть здесь какая-то ошибка. Лайла не особо вынослива. Ей не под силу такое. За что купила, зато и продаю. Я не отвечаю за правдивость этих слухов. Если вы знаете о ней больше, я буду рада вас выслушать. А, нет уж, извини, узнавай сама. Точно, нельзя ничего рассказывать о человеке без его согласия. Если так хочешь узнать правду, иди и подружись с Лайлой. Вы такие честные и порядочные. По правде говоря, мне нет никакого дела, правда это или нет. Слухи всего лишь повод завязать разговор. Сумира огромный край, мы с Лайлой относимся к разным даршанам. Вряд ли когда-либо судьба сведет нас вместе. Это так, но все равно твои слова звучат как-то бесчувственно. Ну ладно, до встречи. Вряд ли мы еще встретимся. Пока, фавориты турнира. Какие тут все очень странные люди, вот знаете ли.
Так, еще тут можно с ним поговорить. Золотой метеор и серебряный спутник, поздравляю, вы прошли в финал. Спасибо. После вашей схватки с Лайлой я понял, что вы прекрасно понимаете плесенников. Выглядит так, как будто вы считаете плесенников, которые находятся под контролем жемчужины, своими друзьями. Поэтому вы гораздо лучше их понимаете, что помогает полностью раскрыть их потенциал. Ну как бы так и есть. Я до сих пор считал себя скорее их хозяином. Я думал только о тренировках, чтобы отточить нашу технику. Но совсем не давал им свои заботы. Возможно, в этом и кроется причина моего поражения. Вы победили, и это было справедливо. Да ладно, дядя Йети. Ты тоже не был слишком строг к своим плесенникам. Обращался с ними вполне нормально. Нам тоже есть чему у тебя поучиться. Например, отправиться с плесенниками на поиски приключений, вместе преодолевать трудности, чтобы наша связь стала еще прочнее. Ты слишком добра ко мне, серебряный спутник. Нет предела совершенству, мне еще над многим нужно поработать. Надеюсь, на следующем турнире у меня снова будет возможность выйти с вами на арену, сразиться с настоящими чемпионами. Ну что, жди от нас хороших вестей. А мы будем ждать хороших новостей от тебя. Ну что ж, пока что, наверное, на этом все. Поэтому спасибо за просмотр. Удачи вам в жизни и до свидания.